Банальное незнание правил пожарной безопасности зачастую приводит вот к таким печальным последствиям. А все потому, что отношение к первичным средствам пожаротушения у многих людей довольно скептическое. Например, некоторые автомобилисты приобретают тот же огнетушитель в основном для галочки, чтобы был на случай проверки. А ведь именно благодаря его наличию можно избежать внезапной беды. Огнетушителем разгоревшийся пожар не затушить. Этим устройством вы сможете предотвратить возгорание. Особое внимание нужно обратить на качество первичного средства пожаротушения. У огнетушителя обязательно должен быть сертификат и паспорт. Ведь зачастую, покупая устройство без документов, вы рискуете остаться без эффективной помощи. А вот то, что касается частного сектора, чтобы как можно лучше обезопасить себя и свою семью, в доме необходимо иметь не только огнетушитель. Мы советуем приобрести, например, вот такие вот средства внутриквартирного пожаротушения. То есть работает он достаточно просто. Просто подключается в трубопровод дома и вытягивается, и можно за считанное время, за считанные секунды буквально потушить пожар. Не забудьте про противопожарное полотно и средства защиты органов дыхания. Специалисты компании «Огнещит» готовы дать профессиональные консультации, подобрать для вас необходимый набор средств, исходя из индивидуальных потребностей. Позаботьтесь о своей защите вместе с компанией «Огнещит».